преддверии 8 марта на входе в Дом культуры мужчины встречают милых дам цветущей мимозой. В зрительном зале практически все места заняты женщинами, потому что именно для них в этот замечательный весенний день подготовлена праздничная программа. Нас женщины собою украшают, даря свою любовь и красоту. За это мы их любим и желаем осуществить заветную мечту. С праздником вас, дорогие наши, любимые наши, несравненные, очаровывающие и наилучшие женщины. Улыбок, красоты, любви и женского счастья желали мужчины представительницам слабого пола. Женщин поздравили первый заместитель главы района Алексей Булгаков и военный комиссар Анатолий Красников. Чтобы каждый из вас знала, что она самая счастливая, что она самая любимая, что она самая лучшая. Здоровья вашим близким, вашим семьям. Желаю вам праздничного настроения, хороших улыбок. Вот. И еще раз хочу сказать, вы у нас самые-самые лучшие. Поверьте, что лучше, чем вы, ну, в мире нет. Праздник вам. Поздравления чередовались с концертными номерами. Прекрасной половине человечества мужчины посвящали песни. Пускай сегодня цифра 8 изящно на бок упадет. Не просто так об этом просим, не обходи такой подход. Ведь это будет бесконечность, непостижимо мощный знак. А в нем такая же сердечность от нас звучит. Да будет так. Без вас бы не было написано ни строчи. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. На сцену выходили не только мужские творческие коллективы, выступали и женские, а дети поздравили любимых мам. Очаровательные, с праздником вас! Любите и будьте любимыми! Мы вас любим! Праздник получился добрым, милым и душевным. Женщины расходились в приподнятом настроении и с улыбками на лице.